Всем привет, ребят, с вами Ярик Плей, и сегодня мы будем играть в Build Battle на сервере Hive MC. В чем же заключается цель этого режима? Тут тебе нужно строить и строить как можно лучше. Statue of Liberty? Вы что, серьезно? Мне статую свободы надо сделать. А как я вам ее сделаю? В общем, у меня есть 5 минут. О нет, о нет, о нет. Так. Я не знаю так. Базальт. Из чего мне... Из булыжника давайте сделаю. Замшелый булыжник. Просто буду ставить блоки. В общем, на определенную тему нужно строить и построить все вовремя. Четыре минуты осталось. Черт. Да и ладно, сойдет. Просто я неровно тут сделал. После постройки будет голосование. И ты будешь голосовать за то, какие работы там хорошие, какие плохие. Я вообще практически не представляю, ну вот чуть-чуть представляю, как надо делать статус свободы. Но так-то я не знаю. Так-то это все ненормально. 3 минуты осталось. Как мне тут статус свободы делать, черт возьми? Черт. Я вообще как-то не очень настроен. Так, ну ладно, пусть будет так. Follow our Twitter. Так, ну ладно, ладно, ладно. 2 минуты. Черт. Пора делать голову. Ладно, сперва надо сделать шею, но я, видно, не успею, потому что вообще без понятия, ребят. Так. Я сказал тут блок поставить. Остается минута 20 секунд. И я... Ну, ребята, вот просто... Статуя свободы! Так... Потом будет голосование. И кто больше баллов по ходу голосования за самую лучшую постройку наберет, тот и победил. Я придумал. Нужно
Вот так. Черт. Тридцать секунд. Так это сломаю. Десять секунд. Просто вот так вот. О, господи, вот вам и статуя свободы, черт возьми. Это вообще не статуя. Это мое. Это мое, и судя по красным квадратикам, все голосуют. И выбирают плохие голоса. Вот кто-то. Оу. Воу. Ну да, там факел какой-то был или что-то подобное. Я поставлю оценку. Я вообще голосовать не собираюсь. Это любовь тут есть. В общем, нужно заработать как можно больше очков. Что? Я вообще не понял. Что это? Ну такое. Спасибо, что проголосовали. Я вообще не понял, что это. Как. Воу. Неплохо. В принципе, неплохо. Я поставлю оценку окей. Я буду голосовать честно, не буду всем ставить плохие оценки. Так, это... Блин, отворачиваемся и... Ну такое. Господи. Цензурщик. Черт возьми. Я вообще не представляю, как до такого люди доходят. Я не хочу на это смотреть. Фу. Окей. Я поставлю окей. Ну, тут факел еще должен был быть, ну да ладно. Все, окей. Мы уже оценили эту постройку. Ну что? Это что за? Ну такое. Надо было вообще не голосовать, ну да ладно. Чего? Турция. Флаг Турции. Я... Это вообще к теме не относится. Поэтому... О, в принципе, нормально. Окей. Можно даже хорошо поставить. Ну, я окей поставлю, потому что так-то я несколько раз видел, как выглядит статуя свободы. Воу, тут хорошо прям. Я хорошо поставлю. Я не знаю, как все остальные считают, но мне кажется, то, что это хорошая постройка. Игра окончена. Так. У меня всего 15 очков. Первое, второе, третье место по 20 очков. Это вообще что за капец? Так, ну ладно. Нужно включить переводчик на всякий случай, если вдруг будет непонятное слово. По теме. Так. Клининг? Подождите, а в каком контексте? Так, я не понял. Быстрей. Клининг? Ну, клининг это чистить. Перевод.
пик. Давай, черт возьми. Пока просто достаю блоки. Какие-нибудь. Я не знаю. Вот такие вот, вот такие. Так, быстрей. Клавиатура так загружайся. Клеанинга. Уборка. Просто уборка. Ну, окей. Я нарисую. Что мне нарисовать? Я нарисую, думаю, пылесос. С белыми такими колесами. Так. Ой. Да что же... Я просто пылесос сделаю. Сделаем пылесос, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Так, инвентарь. Я думаю, мне тут понадобится вот это вот. Три минуты. Такой вот пылесос будет нормально. Так. Еще бы сделать, что еще бы сделать? Я, почему бы мне не сделать себя? Успею ли я только? А, у меня есть глобальная идея. Робот-пылесос против обычного пылесоса. Вот это будет прикольно. Черт, переделаем. Я понял, что мне действительно надо. Полублоки. Плиты. Где плиты? Мне нужны плиты. Черт его. Подери. Вот плиты. Так, эту плиту. Тоже. Так, ну тут колесико. Осталось не так много. Так, ладно. Сделаем уже как сделаем. Чёртовы 30 секунд, а! Черт. Я просто не знал, как построить робот-пылесос.
Так, это что? Какая-то рука. А, тут вода. Я не понимаю, что это за принадлежность, но поставлю окей. Я поставлю окей. Это вообще не относится к теме. Поэтому я думаю, тут нужно поставить. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты зачем ставишь такую хорошую оценку? Так. Ничего. Ничего. Ну ладно. Ну ладно. Так. О, пылесос такой неплохой. Так, тут. Тут. Я поставлю окей. Я поставлю окей. Тут пылесос такой сделали. Толщиной в один блок. Ну, вот моё. Ну, вот пылесос. И... Я вообще просто не... Без понятия. Что можно было бы мне еще построить? Мне все ставят красные оценки. Зашибись. Зашиби... Это что за мозги на палочке? На двух палочках. Пылесос. Так, шнур. Окей. Это может даже гуд. Да, я поставил гуд, потому что... Действительно хорошо сделано. Чё? Это что-то... Отворачиваемся и ставим, ну, такое. Я не собираюсь на это смотреть. Я не знаю, как у людей такое подворачивается. Сделать. Человечек что-то держит. А, это швабра. Можно тут, в принципе, хорошо поставить, но... Я не знаю. Поставлю окей. Человечек в один блок и... Швабра какая-то толстая. Ваши очки 11. А, два человека гуд поставили мне. Ладно. Ну ладно, ребят, я думаю, на этом все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи и всем пока.